Какие впечатления от сегодняшней игры? Команда добилась каких-то успехов? Ну, по сегодняшней игре команда очень хорошо выглядит. Довольно-таки содержательный футбол показывает. Не хватает немного завершения, но я думаю, что во втором тайме они все равно в концовке более грамотно реализуют свои моменты. Какие впечатления от стадиона? Ну, очень симпатичный стадион. На юге таких стадионов вообще нету. Я думаю, что и болельщики здесь приходят, любят футбол. Хорошо, что есть такие люди, которые вкладывают свою душу, свои деньги. Это только на развитие футбола на юге. Как вы считаете, вот команда играет уже второй сезон в дивизии, а есть у команды, в принципе, будущее? Есть какая-то уже основа, может быть, для следующего сезона поиграть в национальной дивизии? Если нет, то что нужно для этого? Ну, если уже стадион неплохой построился, и команда уже второй год, хорошо бы, чтобы команда была готова выйти в высшую лигу, чтобы она там не на один год, а как можно дольше оставалась в премьер-лиге нашего дивизиона высшей и показывала там тоже содержательный футбол. Для того, чтобы туда выйти, конечно же, надо укрепляться. В целом, эти ребята, которые я сегодня вижу, тоже неплохо выглядят. Как вам нравится Азербайджан? Ну, везде хорошо, но дома лучше. В планах есть возвращаться и тренировать какую-либо команду? Нет предложений такого? Не, ну пока меня там все устраивает, посмотрим. Сейчас загадывать что-то наперед смысла нет. Резко отличается футбол в Латвии и Молдове? Ну, не сильно отличается, но я одну игру просмотрел, Милсам и Зимову. Но считаю, что по той игре мне тяжело судить, потому что очень некачественная игра получилась. Поэтому судить мне тяжело, но в Латвии довольно-таки высокий уровень.